Лорд, нельзя. Лорд, ну-ка нельзя. Добрый день, дорогие друзья. У нас тут вообще такое месиво было. Решил уже включить камеру. Боли, конечно, адские. Вот этот самый сильный укус у вот этого вот. Он прям кусает так, ай, так зверски, что капец, посмотрите, весь грязный. Все, весна наступила. Надо думать сейчас насчет песка срочно. Сюда, наверное, не подъедет. Ну, по максимуму подъехать, разгрузить, обзвонить все карьеры, где что есть, какой песок, и завести сюда песка, потому что это будет капец. Сделаем подложку сначала из сена. Так, только вот там гасит. Опять. Лорд, короче, вожаком хочет. Он и так вожак. После этой дамочки, которой он сидит. Эй, а я тут при чем? Персик, все, прекращайте. Так, нельзя. Посмотрите, они такие маленькие, а уже себя так гнуть нельзя. Нельзя, сказал. Лорд! Нельзя, сказал. Все. Нифига себе тебя, блин, покусали. Все, малыш. Он теперь боится, прячется. Капец. И эти еще стая подбегает, гасить начинает. Моник. Ну все, это не я, ты же видел. Иди сюда. Лимбочка, где тебя тут? Глазик повредили. Да, малыш, лорд, нельзя. Я тебя устрою. Ах ты, блин. Все греть в глаза. Короче, лорд самый тут, самый жесткий. Иди. Самый жесткий, туда. Не трогай малышню. А я думаю, что они визжат то так жестко. Наверное, лорд их гасит. Я думал только это. Но вега их, а тут походу не вега, тут посмотрите, как визжит от лорда. Ему вообще по барабану. Ямалайчик, иди сюда, Ямалай. Иди, мой маленький, иди сюда. Персик, он вообще ревнивый, никого не подпускает. Сел ко мне на руки и сидел. Ой, в лужу упал. Этот бортик уже снимать надо нам. И здесь все в натуре засыпать сейчас сеном будем. Другого варианта нету, чтобы эту грязь убрать. Сеном по бокам, а потом уже лимба. Че тебя толпой хотят, да, загасить? Он такой не сдается вообще, но тут ему, походу, конкретно было больно. Поэтому так получилось.
Смотрите на него. Лорд, иди сюда. Иди сюда. Серьезный парень растет. Очень серьезный. Очень. Вот это ушки встанут, будет как Синай. Красавчик, красавчиком. Лимба. Смотрите уже, как оделись хорошо щенки, которые были. Ты не кусай, хомячок. Знаешь, как больно ты кусаешься? Больно кусаешься, больно. Очень больно. Смотри, какие у него глаза красивые. Эти выскочить хотят погулять. Эти разбираются. Началось опять. Видите, лорд пытается доминировать сверху везде. Умка, берегись. Растет боец конкретный. Вон, видите, все кусает. Все кусает, все кусает, малыш, кусает. Все, проглистогонил их опять сегодня. Всех. Только не стало есть вега глистогонная. Я не знаю, и так, и сяк, и фаршик, и в кашу. Нифига вообще. Этих тоже всех он проглистогонил еще раз. Тайга сразу сожрала. Тайга сразу сожрала. Чего вы? Прячься уже. Прячься, посмотрите, он здесь светлеет. Здесь светлеет, красавчик. В общем, много клиентов на черного. На бежевого 2 было, но на самом деле вообще огромный будет. Ну, все ценник кидает вниз, не вариант. Уже как бы в сотку вышли они вдвоем. Поэтому... Ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо, нифига себе! Эй! Я не понял. Моника, это что такое? А? Давайте на выход, лорд, Моника. Потом с вами погуляем, не сегодня. Давай, давай, на выход. Посмотрите на них. Он в луже стоит прям. Сейчас как раз плюсовая погода. Видите, не уходит вода. Земля не впитывает. Поэтому нужно площадку делать, выше поднимать. Всем раздал куриных лапок. Все заняты делом теперь. Грызут. Да, ужасно, конечно, грязно в вольере. Ничего, сейчас этот период переживем. Лапки. Лорд. Вон как разгрызает. Уже сил хватает. Челюсти мощные. У этих вообще мощняцкие челюсти. Вон. Моника. Те тоже заняты делом. Но сейчас этим тоже дам, чтобы не обижались. Братиш, а ты? На, еще тебе. На, братиш. Умка, ты чё? Оттащил и всё. На, братиш. Ты прям забираешь у меня. Спокойно, спокойно. Ну. Тебе. Как они их любят. Хрум-хрум.
ASMR. Или как оно правильно? Все, хватит вам. Это кто? Опять буксуешь, лорд? Что за буксовка у тебя опять? А? Уже и до Моники добрался. У нее тоже шерсть лезет. Но ее здесь не поучесываешь, надо вольер переводить. И уже там вычесывать. Лордик!